часового прохождения. Это природа, а природа не дура, я тоже дрожу за свою шкуру. Меня тоже тошнит от запаха крови, но кто-то же должен быть героем. Это не политика, это драка за свою душу со своим страхом. Если чума притворяется пиром, это кровь больна, это вирус. Сиди дома, если страшно, только потом и не спрашивай. Свободе абсолютного нет в земной природе. Я о том, кем надо быть, чтобы не заметить чей-то хер в собственной жопе. Нас уже трахают, а мы философы, за книгами прячем свою совесть. За никами нам бы отсидеться, а сердце, зачем нам сердце? Сиди дома, если страшно, только потом и не спрашивай, почему так. За что нам было страшно? Сидел дома, было страшно. Только потом ты не спрашивай, почему так. И за что нам был мог так. Сидел дома. А желудки дрожат, только б не было хуже. И давай Достоевским размахивать дружно. Но что страшнее? Простой вопрос. Одна или миллионы детских слез? Неживые адреса и пароли. Пожрали, поспали, поиграли в героев. И опять на работу лизать начальство. Стабильность — это смерть или счастье? Смерть или счастье? Сиди дома, если страшно, только потом и не спрашивай, почему так и за что нам страшно. Сиди дома, если страшно, только потом и не спрашивай, почему так и за что нам был мог так. Сидел дома. Сюрприз. Так, ничего сложного, гораздо проще, чем вы здесь лезете. Ну, я понимаю.